Для взрослых опера и джаз, для малышей Чиполлино и Айболит. Куда сходить в выходные всей семьей? Обзор культурных событий предстоящего уикенда в нашем следующем материале. Легендарный оркестр «Орбита» на площадках Йошкар-Олы играет уже больше 50 лет. Начинали еще в те времена, когда джаз был под строгим запретом, а от саксофона до ножа был всего один шаг. Как музыкантам удавалось избежать опалы, расскажем в ближайшее время. А пока «Орбита» приготовила новую концертную программу. Концерт отыграют в ДК «Ленина» 8 апреля в 19:00. Сценические костюмы, наброски, фотографии. В Национальном музее Евсеева открылась выставка, посвященная первой национальной опере «Акпатр». Впервые тогда оперу спели на марийском языке. Премьера состоялась ровно 55 лет назад, 5 апреля 1963 года. «Акпатр» стал вершиной творчества Эрика Сапаева. Его именем сейчас назван Марийский театр оперы и балета. В театре оперы и балета всех малышей порадуют веселым зрелищным шоу. Балет «Чиполлино» обязательно понравится маленьким зрителям. Сказочный сюжет и яркие костюмы. Этот спектакль как будто специально создан для знакомства ребенка со сложным, но волшебным миром балета. Также 7 апреля в субботу мюзикл для всей семьи «Бременские музыканты». В пятницу опера «Летучая мышь». В Республиканском театре кукол сказки для самых маленьких «Айболит» и «Винни-Пух». В Марийском национальном театре драмы комедия «Люстра». Спектакль на марийском языке с русским аудиопереводом.